С наступлением нового учебного года ребят, их родителей и учителей поздравляли не только утром, целый день. В одном из излюбленных и самых многолюдных городских мест, набережная Франциско Скорины, делились своим творчеством с брещанами первоклашки и выпускники. Ребята уверены, как встретишь новый учебный год, так его и проведешь. Если дать хорошее начало, если задать себе, вот настроить себя на позитивный лад, то все будет получаться в последующем обязательно. С одной стороны, какая-то тоска на сердце, потому что понимаешь, что уже осталось совсем немножко, это последний рывок, и вот хочется, чтобы это был настолько незабываемый год, чтобы он был полон всяких ярких событий, и хочется, чтобы он остался в памяти и в сердце на всю жизнь. Все коллективы, которые сегодня у нас выступают, это коллективы Ленинского района города Бреста. Это ребята, которые являются победителями конкурса «Здравствуй, мир», международных конкурсов. Они активно принимают у нас участие в концертной деятельности на протяжении всего учебного года. Выступают самые достойные, самые успешные, самые красивые, талантливые ученики. Хореографические и музыкальные постановки, многочисленные викторины, конкурсы. Работало свыше 10 творческих интерактивных площадок. Как всегда, активное участие в празднике приняли воспитанники Центра юных моряков. Не менее оживленно и занимательно было у площадки «Кинолог» в ГАИ МЧС. В игровой форме специалисты напоминали школьникам о правилах безопасного поведения. На мой взгляд, детский праздник, он всегда нужен, поднимает настроение нашим деткам, именно когда начинается учебный год. И дети еще раз могут очень весело, хорошо, радостно отдохнуть. Всегда на этих праздниках очень многолюдно, интересно, поэтому мы стараемся подбирать такие номера, уже видя, что нравится детям, чтобы дети хорошо отдохнули, порадовались. Впереди у виновников Дня знаний непростые, но замечательные будни с домашками и контрольными, хорошими и не очень оценками, длинными уроками и короткими переменами, с другими учителями, переживаниями, конечно, многочисленными открытиями. А потому успехов вам!